Всем привет! Сегодня я приготовлю вкусный салат с рисом. Я уж не знаю, как его назвать. Вы мне не поможете? Пишите в комментариях, как мне назвать этот чудесный салат. Ну, а я начинаю его готовить. Вначале берем один огурец и чищем его кожуру. Срезаем начало и конец. И наш огурец нарезаем мелкими кубиками. И кладем в какую-нибудь глубокую тарелку. Сваренные 4 яйца мы берем и режем тоже мелкими кубиками. Когда нарезали, тоже кладем в миску. Теперь можно нарезать мелкими кубиками соленый огурчик. Тоже кладем в миску. Сразу же я туда добавлю вареный рис 0,5 стакана. Также мы нарежем мелкими кубиками вареную грудинку. И тоже мы кладем в миску. Теперь мы нарежем зелени. Я нарезаю зеленый лук и укроп. Тоже кладем в миску. Туда же я сразу же добавила консервированную кукурузу. Теперь мы все это хорошо перемешиваем. Также соль по вкусу. И туда мы добавим майонеза, сколько пойдет. У меня пошло целая маленькая пачка. И в последний раз все мы это хорошо перемешиваем. Для украшения берите по-своему. Я беру натертый твердый сыр. У меня это голландский сыр. Также решил поставить сверху нашего салата. Сверху я также украсила луковыми цветочками и листиками укропа. Пожалуйста, под этим видео нажмите на лайк и подпишитесь, если не подписаны. Напишите комментарии. Напишите комментарий, как же мне назвать этот чудесный салат. Спасибо всем за просмотр этого видео. До новых встреч. До свидания.